Божьи слова на каждый день. Если люди попадают под влияние сатаны, в таком случае у них внутренне нет никакой любви к Богу. А их прежние видения, любовь и решимость исчезли. Люди привыкли ощущать, что они должны были страдать ради Бога. Но сегодня они считают, что поступать так постыдно, и не испытывают недостатка в жалобах. Это работа сатаны. Знак того, что люди попали под власть сатаны. Если ты сталкиваешься с таким состоянием, тебе необходимо молиться и как можно кардинальнее его изменить. Это защитит тебя от нападок сатаны. Именно в течение мучительной переплавки люди могут легко попасть под влияние сатаны. Так как же тебе следует любить Бога во время такой переплавки? Тебе следует мобилизовать свою волю, положив свое сердце перед Богом и посвятив Богу то время, что у тебя остается. Неважно, как Бог переплавляет тебя. Ты должен быть в состоянии притворять истину в жизнь, чтобы исполнить Божью волю. И тебе следует решиться на стремление к Богу и на стремление к общению. Нередко в подобные моменты, чем более ты пассивен, тем более негативным ты станешь, и тем легче тебе станет отступить. Когда для тебя существует необходимость исполнить свое назначение, даже если ты не исполняешь его хорошо, делай все, что в твоих силах, и делай это не иначе, как используя любовь к Богу. Что бы ни говорили другие, что справляешься ты хорошо или плохо, намерения у тебя правильные, и ты не чванишься, поскольку ты действуешь в интересах Бога. Когда другие неправильно тебя истолковывают, ты можешь молиться Богу со словами: «О Боже, я не прошу, чтобы другие терпели меня, или же чтобы они прощали меня. Я прошу всего лишь, чтобы я мог любить Тебя в своем сердце, чтобы я пребывал в спокойствии в своем сердце, и чтобы совесть моя была чиста. Я не прошу, чтобы другие хвалили меня или были обо мне высокого мнения. Я от всего своего сердца ищу лишь того, чтобы угодить Тебе. Я предлагаю свою роль, делая все, что в моих силах. И хотя я безрассуден, глуп, мои моральные качества бедны, и я слеп, я знаю, что Ты прекрасен, и я готов отдать Тебе все, что имею». Стоит тебе помолиться таким образом, и у тебя появляется любовь к Богу, и ты ощущаешь большее облегчение в своем сердце. Это то, что подразумевается под практикой любви к Богу. По мере твоих переживаний на каждые две неудачи придется один твой успех. Или же ты 5 раз потерпишь неудачу, а 2 раза достигнешь цели. И в то время, как ты переживаешь таким образом, лишь на фоне неудач ты сможешь увидеть красоту Бога и узнать, чего тебе внутренне не хватает. Когда ты в следующий раз столкнешься с такими ситуациями, ты должен предостеречься, умерить свои шаги и чаще молиться. Постепенно ты разовьешь способность побеждать в подобных ситуациях. Когда это происходит, это означает, что твои молитвы были успешными. Когда ты видишь, что в этот раз ты добился успеха, ты будешь внутренне удовлетворен. И когда ты будешь молиться, ты сможешь почувствовать Бога, и что присутствие Святого Духа тебя не покинуло. Только тогда ты узнаешь, как Бог работает внутри тебя. Подобная практика откроет тебе путь к переживанию. Если ты не притворяешь истину в жизнь, в таком случае ты будешь лишен присутствия Святого Духа внутри тебя. Но если ты притворяешь истину в жизнь,
Когда ты сталкиваешься с вещами, как они есть, тогда, несмотря на боль у тебя внутри, впоследствии Святой Дух будет с тобой. И ты сможешь ощутить присутствие Бога, когда молишься. У тебя будут силы исполнять слова Божьи. А во время общения с твоими братьями и сестрами твою совесть ничего не будет отягощать, и ты будешь чувствовать себя умиротворенным. И в результате ты сможешь всем показать то, что ты сделал. Что бы ни говорили другие, ты сможешь иметь нормальные отношения с Богом. Ты не будешь ограничен другими. Ты оторвешься от всего, и тем самым ты покажешь, что то, как ты исполняешь Божьи слова, приносит плоды.